А это во дворе храма Марии Магдалины. Здесь, во дворике внутреннем. Уютненько так. Вышла уже из храма. Птички поют, травку косят. Немножко остановились, я, пользуясь случаем, сейчас поснимаю. Сниму немножко, покажу. Насаждение здесь покажу. Дворик внутренний этого храма. Народ еще приходит в храм помянуть. Храм работает до 18 часов. Так что людей было мало. Было вообще никого почти, когда я заходила. А сейчас еще, смотрю, идут много. Приходят люди. Помните своих близких и родных. Все, уже косят травку, опять продолжают, будет шумно, выключу. Так, в основном сняла территорию храма.